Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников «Огородная азбука». Вот сегодня 29 января. Вчера я посеяла перцы и так немного вкратце вам показала. Сегодня я сею томаты для получения раннего урожая при выращивании их в теплице. Хочу тоже показать быстренько, как я это делаю. Весь посев я, конечно, не буду вам показывать, это очень долго, но напомню то, что я вам говорила до этого. Вот подготовленный грунт я уложила в лоток, в котором есть отверстие, делала при вас, выровняла вот так и промаркировала, то есть сделала углублением. Я делаю это простым карандашом, все очень просто, все делаю на глаз, примерно от 2,5 до 3-4 сантиметров. Вот вдавила. Потом увлажняю бороздки. Первый раз я увлажняю немножко, и они просто чуть влажные. А второй раз именно перед самым, вот сейчас я два этих буду сеять, и я увлажнила сильно-сильно, для того, чтобы сейчас во влажный грунт наложить семена и сразу заглубить их именно во влажную землю. Делать это очень быстро. Я вот на спичку, вот так семечко, и начинаю раскладывать по одному. Делаю расстояние тоже примерное 2-3 сантиметра, 1,5. Я кладу чуть погуще, чем положено. Потом, когда всходы появятся, если мне какие-то не понравятся, это дает мне возможность выдернуть слабые, чтобы остались только такие толстенькие, хорошие. Если у вас ограниченное количество семян, то расстояние делайте сразу побольше, ну, 2-3 сантиметра, не меньше. Еще есть разница, если вы будете пикировать в фазе одного настоящего листа или двух, то можно, опять же, сделать погуще, все сорта в один лоток. А если вы хотите пикировать в фазе 2-3 настоящих листьев, тогда надо расстояние делать побольше, потому что они уже разрастутся, листья у них начнут смыкаться, если им будет тесно, они будут вытягиваться. Все, вот пока я пару фраз вам говорила, я вот этот лоток весь, ну, этот, бороздку всю заложила. Видите, что семян нет, не видно на поверхности, потому что я вот во влажную землю туда их углубила. После этого я еще раз немножко поливаю раствором вот этим. И все. Он сейчас впитает. Я сверху закрываю грунтом вот таким. Вот у меня подготовленный грунт, уже размягченный, увлажненный. И в результате у меня получится вот такой лоток. Вот у меня готов лоток. По сортам разделено. Здесь есть вот эти вот металлические пластины. Из банок я режу, из-под газ-воды или из-под пива. И обязательно приклеиваю вот такие этикеточки. Посев томата очень простой. Да, и сверху потом я закрываю полиэтиленовой пленкой, чтобы он не высох, потому что я не поливаю сверху во избежание вот этой корочки, чтобы вот это вот, видите, он до сих пор такой остается как рыхленьким и такой как влажный, но рыхлый. И у меня сверху пленка. Все. Если бы я его полила, он бы уже вот здесь вот как сказать-то покультурнее, скукожился бы весь и стянулся бы. Вот такой рыхлый, но не политый слой легче семя пробьет росточек. Если мы польем, еще если, не дай бог, сверху не покладем, не положим сверху вот этого целлофана, тогда обязательно будет корка, при высыхании будут вот эти всякие трещины. Все, что хотела сказать, что посев томата это очень простой, он главное вовремя. Все мы о чем говорили. Обеззаразить грунт. У меня готовы были лотки заранее. Обработать семена. У меня тоже они были все заранее обработаны. И вот в день X, например, сегодня, я просто взяла семечки, сейчас все разложу, присыплю землей и поставлю в теплое место на 7, 8, 10 дней. Всходы, когда появятся, буду уже ставить на свет. Сейчас им свет не нужен, можно в темноте оставлять. Многие уже пишут, увидев вчерашнее мое видео, что вот рано начинаете, зачем так рано, но эта песня опять старая продолжается, что и в прошлом году, когда я высевала в январе,
Все, некоторые даже возмущались. Вот зачем вы людей учите? Я всегда говорю, что эти посевы делают именно те, у кого есть условия рано высадить томаты, например, у кого есть теплица, у кого есть дополнительное освещение сейчас дома, стеллажи. У меня все это есть, и я хочу сеять в ранние сроки, чтобы получить ранний урожай. Почему бы это не делать? Рассада прекрасная. Если выбор сортов оптимально, подберете сорта, которые не вытягиваются в рассаде, пожалуйста, сейте хоть в январе, хоть в феврале. Вообще, конечно, для открытого грунта мы сеем в середине марта, март и апрель. Но я эти вот несколько, тут видите, что буквально по 10 семечек, ну несколько рядков, это выращивается специально для теплицы. Посмотрите прошлогодние видео, там в конце июня и в начале июля эти томаты уже поспевают. Все это делается для получения раннего урожая. Все, до свидания. Желаю всем, кто хочет вырастить ранний урожай, начинать понемножку посевы. Кто хочет получить обыкновенный урожай и посеять в традиционные сроки, просто учитесь, смотрите, готовьте всю землю, лотки, семена, все подготавливайте. И в свой день, когда в марте, вот я буду тоже после 15-го сеять, мы будем сеять еще раз, и вы посеете в свой определенный срок. До свидания. С вами была Ольга Чернова.